Да. Алло, здравствуйте. Добрый день. Хотела вопрос задать, что Представьтесь, пожалуйста, сразу. Ольга Викторовна. А фамилия? Паук. Как? Паук. АИК? Паук. Слово паук такое. Насекомое. Членистоного или как там. Правило. Ну, слушаю. Вы же за благоустройство отвечаете, да? Ну, в том числе. Ага, и вот смотрите, тут в школе, Узмёнская базовая школа, запостили свои фотографии, как дети убирают памятник. Маленькие девочки гребут листья, большую кучу, и что-то там тоже? гребутся. А? Вы с Узмён тоже? Нет, не с Узмён я. Так вот, я хотела спросить, а почему дети занимаются благоустройством? Это не благоустройство. А что это? Просто уборка территории. Угу. Это, а благоустройство это что? Это устройство дорог, подметание, асфальтирование. Угу. Подметание в благоустройство не Допустим. входит. А почему вот вы, как сфера благоустройства, не можете взять себе в работу вот, уборку памятников? Заботу о памятниках, потому что тут на фотографиях видно, что тут и плитка просела местами, и так себе вид, можно было По бы мере подновить возможности что-то. мы памятники ремонтируем тоже. Угу. Так можно как-то детей избавить от этого подметания? Ну, вообще это не моя сфера, это образование. Я эту сферу не курирую, я не знаю, что они там гребут, не Угу. гребут. Ну, а вот вообще в вашу сферу благоустройства памятники входят? Ну, не совсем. Не совсем Это это больше как? культура. Это больше культура. Ага. Ну, а Это если плитку социальная сфера. поменять, это вы или это культура? Ну, это выбирается подрядчик. При наличии финансирования выбирается подрядчик, и под эти деньги делаются определенные виды работ. Угу. Так а у вас на районе это может быть и не вы, это может быть другой подрядчик, да? Да, конечно. В райисполкоме нет подрядчика, есть специализированные организации, которые делают определенные виды работ. Угу. Понятно. А скажите свой адрес и номер телефона. Гомельская область, ГП Октябрьский. Угу. Улица Советская, 66, 12. Не знаю, что вы будете делать с этой информацией, но вообще, если вы откроете свою газету «Миорский район» официально, там, где у вас в телеграм-канале, и посмотрите на этих девочек, тощих и маленьких, которые гребут огромную кучу с листьями, то я не знаю. Я бы вот на месте взрослых, которые за это ответственны, ну, как-то чисто с человеческой, родительской точки зрения, как бы обратила внимание. Дети замерзли, это видно по фотографиям. Дети на кладбище, дети гребут листья. В то время, когда в райисполкоме есть целый отдел по благоустройству, который вполне может этим заниматься. А дети должны учиться в школе, в теплом классе. Отдела по благоустройству, во-первых, такого отдела нету. А во-вторых, у этого отдела совсем другие задачи, другая работа. Угу. Другие задачи, другая работа, в итоге девочки гребут, понятно. Но вы говорите, что ну, нету такого отдела. Но извините, когда открываешь бюджет района на год, то на благоустройство выделяется, может, почти столько же, сколько на то самое образование. Нет. Почему так? Благоустройство – это очень широкий спектр работ. Угу. Только вот подметание это несчастное на памятниках туда не вошло, в этот широкий спектр. К сожалению, нет. Ну так вот запишите, как пожелание граждан Беларуси, чтобы вот это подметание памятников вошло в сферу благоустройства, а детей освободили Хорошо, от этой бессмысленной работы и тяжелой Я себе работы. Пометил. И посмотрите, пожалуйста, в газете за, вот, за 25 октября новость. Про то, как дети подметают. Прочувствуйте просто как отец, что вы вообще на этот счет думаете? Ну, 25 числа газеты у нас не было. Не газета, телеграм-канал газеты, новость за 25 октября.
Хорошо, я посмотрю. Спасибо. До свидания. Расскажите контактный Да. номер телефона. 29 Контактный. код 390-62-86. Хорошо, я вас услышал, пометил. Будем Спасибо, что набирать. услышали. До свидания. До свидания.